вопросы жизнедеятельности. Пугайте пана Юлиана. Спасибо. Вы формируете скорость. Здравствуйте. И мы начнем вот здесь вечером. Все, сейчас вы соберетесь все вместе, просто. Так, наверное, уже смета там что-то. Я только что. Так, а черные номера, чипортануть. Спасибо. Спасибо, и готов. Растерялся. Сьогодні ми з полковим працюємо по комплексу. Нам там повезли. Ну ви працюєте, бо ви забезпечені. Я так, скільки вас? Два моїх дітей. А мне можно? На стабильный... Только аварийный ритуальный. Чекайте. Только аварийный ритуальный. Так подождите, мне только контрабанда. Не полю. Александр Сергеевич, там еще... Александр Сергеевич. Мы чекаем у мэра. Там еще журналисты придет. Репортаж. Я не чекаю. Добрый ранок. Добрый. Ну, видим, что происходит. В службу 1580 зашли проблемно. Сейчас Свету будем ждать, как она пройдет. Но работников горсовета не пускают и горисполкома. Ну, что делать? Ну, ждем дальше моих репортажей. Доброе утро, Полтава. 10 апреля 2017 года. Доброе утро, Сергей Станиславович. Доброе утро. Очень проблемно прошли в здании горисполкома. В стриме вы увидели это, наверное. Ну, Сергей Станиславович, что у нас за последние? За прошлые сутки у нас был тоже тяжелый день для наших чрезвычайных служб. Два сообщения, оба ужные по нахождению опасных предметов. Одно из них на Первомайском 29, это строительный институт. Нашли неизвестный пакет, выезжали все туда службы. И поступило сообщение на мою службу от скорой о возможном заминировании здания горисполкома вчера. Тоже выезжали сюда кинологи, выезжали соответствующие службы, проверяли ситуацию. Ну, к счастью, оба вызова оказались ложными. По коммунальным службам за выходные у нас прошло достаточное количество субботников. В принципе, и очень благодарны активистам, которые их проводили. Также коммунальные службы оперативно сработали. По той информации, которая у меня сейчас есть, по всем заявленным субботникам, в принципе, проводились работы. Если там еще что-то осталось довозить, то буквально уже чуть-чуть. То есть, максимум да, будет. Да, я думаю, что сегодня, если что-то у нас осталось незакрытым по субботникам, то мы сегодня все вопросы закрываем. По погоде у нас на сегодня плюс 12, плюс 14 градусов, ночью плюс 3,5, без осадков. Отопление отключено, я заметил да, сегодня отопление, ночью. Отопление отключено, но как мы видим, что ночью, на сегодняшнюю ночь, которая была плюс 3,5 градусов, все-таки прохладно, мы видим, что пасмурно. То есть синоптики туда ее передают без дождей, но возможны осадки, я так думаю. Поэтому будем аккуратно проводить работы, потому что у нас еще остались работы по покраске по улице Соборности, по улице Европейской. Основную часть турникета уже покрасили коммунальные службы. Традиционно мы разбиваем турникет по улице Соборности на несколько коммунальных служб, и они проводят там работы как субботники. В принципе, нам уже осталось чуть-чуть, но будем смотреть по погоде. Также сегодня запланировано два крупных субботника горисполкома и Киевского райисполкома. Но тоже будем смотреть по погоде, состоятся они или нет. Ну, вот такие, в принципе, новости. Следим за нашими репортажами. Я буду стараться находиться где-то рядом. Если что-то прецедентное, обязательно вам буду сообщать. Всем удачного дня.